Хай-хай, с вами Стим, и сегодня мы сыграем противоборца зверь против маньяка в GTA 5 онлайн. Задача в том, что тут зверенок, точнее монстрик, должен посетить вот эти плюсики на карте, которые он может увидеть слева. А я вот должен его уничтожить с РПГ или еще с какого-либо оружия. У нас тут трое человеков, и я не вижу зверька. Где маленький мой зверек? Ух ты, ни хрена себе, мазафака! Мочи этого урода! Мы выиграли. Быстрая победа, сам не ожидал, но сейчас будет второй раунд. Это точно будет четкая игра. И вот, ребят, второй раунд, и я играю за зверя. Это страшно, кстати. Потому что меня сейчас будут взрывать, подрывать, и я буду умирать. И это очень хреново, что я буду там делать. Нифига я быстро просто флеш, мазафака бич. Блин, а эта фигня, она наверху. Блин, мне нужно 15, да? Так, надо быстрее, пока этот тупые турни меня не нашли. А, значит, плюсики это... Это, значит, аптечки или типа еще того. Короче, будем их обходить. Вот такие, а как это прыгать? Подожди, а как прыгать? Ребят, я не знаю, как прыгать. Как прыгать? Зажать? Shift? И бегать в контрол? Прыгай. Бля, ребят, как залезть? У меня пробилды работают, вообще плохо, это хреново. И как мне будет залезть вообще? Ой, ой, смотрите. Ой. На! Ладно, я просто их просто всех убью. И будет весело вообще. Главное их найти. Ой, смотрите, точка. Ура, я точку собрал. Ой-ой-ой! Ой, меня взрывает! Майнкрафты. Иди сюда, а! А? Поняли, да, как нужно? Вообще. Блин, а... Блин. О, не-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 не. Значит, тут их... они не умирают сразу. А, значит, они возражаются. Мне просто нужно собрать все точки. Только как это сделать, если у меня не прыгает мой зверь? Вообще ни разу. О! А вот так нормально. Так, спокойно. Эти тупые меня не могут найти, потому что я мега скрытный. Это уже не мега скрытность. Вон, побежали. Как же прыгать? Ух ты, ни хрена, я научился прыгать, ребят! Подождите. Блин, я упал. Но я понял, как прыгать. Это было неожиданно. Прыгаешь, короче, как... Короче, прыгаешь на что-то. Так, я буду на крыше, короче, сидеть. Вы там делаете, что хотите, я понял вас. Давай, оп! Е-бой! Все, все, хана, сейчас я эти штучки все соберу, а вы будете там. Ой, здрасте. Меня тут нет, извините. Вы ошиблись номером. Я улетаю. Ой, смотрите, кто тут. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, лоб, голова болит! Ой, не трогайте меня! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уходим, уходим, нахрен отсюда! Кому они нужны? Делаем сальто! Это было непрофессионально. Давай уходи отсюда, зверь ты неотчесанный. Йоу, бич. Блин, у них там пулеметы всякие разные, пушки, а у меня вот ни хрена нету. Будем как-то выживать в трудных условиях. Тихо, убегаем. Мы флеш. Тихо, он знает, где я. Мега прыжок, давай, где он? Это не мега прыжок. Черт. Опа! А я уже на аттракционе под названием Американские горки. Вы меня точно не догоните. Нифига, я просто флеш такой. Оп! Давай, давай.
И прыжок веры! Ю-у-у. Где все? Ой, смотрите, кто тут. Оп. На, нафиг. Нафиг, уходим отсюда, а то они бешеные какие-то. Ой. Ой. Ой-ой, там кто-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ушки, ой-ой-ой-ушки. Ой-ой-ой-ушки! Мега крутой прыжок. Все, меня тут нету. Они бесят меня уже. Они меня убивают, у меня уже мало хп. Ой-ой-ой! Прыгай! Прыгай! Прыгай, мой зверь! Или хотя бы убегай! Черт! Опасно, опасно, у меня, знаете, хп уже не так уж много, но это опасно. Блин, ну это я не сейчас, это вообще не буду. Да прыгай ты, зверь неотчесанный. Почему ты не прыгаешь у меня? Блин, я всего лишь 8 точек из 15 собрал. Мне тут пулеметр бесит. Залез туда, думает, самый крутой, да? Да прыгай, че он не прыгает у меня больше? Я жму все туда, куда надо. На, вот пойдем здесь сюда. Да не прыгать все равно. Ой, смотрите, кто это. Лошара, блин. А, уходим, лоб, голова, блин, лоб, голова. Ой-ой-ой, прыгаем вниз. Все, мы убежали. Пойдем в обход. Мне нужна аптечка, я вижу ее на карте. Где-то вот тут рядом. Надо ее забрать. Блин, еще главное забежать. Она где-то вот тут. Вот она. Все, мы ее забрали. Так. Вот у нас точка. Прыгай! Бей-бой. Прыгай! Так, лоб, голова, мимо. Выплывай. Плыви. Так, у нас осталось всего лишь 6 точек, 4, говорю. Надо их как-то собрать и выиграть этот раунд, потому что уже время, уже 3 минуты остается, и мы не успеваем. Тут надо собрать каждую точку за 2 минуты. Блин, мимо! Как я ударился об эту штучку? Блин, тупая штучка, вообще, вообще неудобно. Прыгай! Так, надо... Прыгай! За день! Все, валим, валим, беги, зверек! Я флеш, пошли в сраку, нет! Воу! Воу! Пошел ты в сраку! Надо аптечку, быстрее аптечку! А где-то тут аптечка! Аптечка? Это ты? Аптечка? Где аптечка? Вроде зверя не могу восстанавливаться. Это хреново. Блин. 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 Баланду называется. Прыгай, лобка. Прыгай в воду. Блин. Плохо, что выплывай давай. Я не могу собрать из-за этих тупых американских горок. Они тупые. Во, смотри, сейчас вот этот сберу. Прыжок веры! Прыжок веры! Прыжка веры не было. Прыжок веры! Все, побежали. Сейчас вот этого огребем мы, потому что он меня уже достал. Пошел в сраку! Бесит. Вот, сейчас эту соберем. Вот так вот. Все, мы молодцы. Надо теперь вот эту собрать как-нибудь. Ой, конечно, мы ее не соберем. Потому что мы мега крутые. Лоб, голова. Давай, прыгай. Да прыгай ты. Блин. Чертов зверь. Вот, давай. Ладно, пойдем по рельсам. Нам как раз вот прям на рельсах и надо. Блин, конечно, мы упали. Блин, минута остается, и нам 4 чекпоинта надо собрать. 4. Хотя давайте вон ту соберем. Последнюю.
Ну давай, прыгай! Зверь! Почему ты не прыгаешь, зверь? Блин, зверь какой-то не зверь. Они там стреляются все время, а я тут. Блин, он где-то там. Да прыгай ты! Да почему не прыгает? Ой, время. Пойду их убью. А, здорово, мужики, а? Чё, как у вас дела? Эй, здорово, мазафака, бич. Опа, оп, на, нафиг. Просто вас расшпарикал, просто, да не прыгай. Ну, что это за прыжок? Даже не звериный прыжок был. Блин, проиграл, да. А, поражение, блин. Они победили, но ничего, в следующем раунде я точно отыграюсь. Итак, друзья, мы начинаем играть, и я артиллерия, то есть у меня теперь вот такая вот огроменная пушка, которую я могу направо и налево просто вот так вот. Да, просто у меня 999 тысяч, то есть именно тысяч, миллионов, тысяч, надеюсь, этого мне хватит, чтобы замочить зверя. И все. Теперь остается то... Ага, я уже увидел его. Пошел отсюда. Блин, он... Как так-то? Это плохо. Так, он где-то тут уже скачет, блин. Пошел вон! Да, ребят, выиграли, просто победа, просто, ребят, это просто win, это просто надо запечатлеть, просто win, просто КГ, просто класс, вот я поставил, это вообще просто, это за это точно должен быть лайк, так уж. Если вы посмотрели это видео и поставили лайк, то спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, и таких видео будет много, и я буду не один. Всем удачи и всем пока!